впечатления об игре, общее настроение команды? Все довольны, добились результата, который был нужен. Все еще продолжается, мы в игре, поэтому самое главное настроение, естественно, все хорошее, поэтому победа есть. Вот, а впечатление по игре? Такой матч, не сказать, что в чью-то пользу был, мы забили просто и выиграли. Настроен на следующий матч, в прошлый раз вы пообещали, что все равно выиграем. Да. Да, все верят в это, я думаю, все. Немножко сегодня потяжелее было, чем в игре с Арсеналом, наверное, не успели восстановиться еще. Все-таки сейчас игры слишком часто, вот, поэтому немножко не столько было сил, наверное, поэтому не всегда бежали вперед, как в игре в предыдущей. Но я думаю, сейчас, опять же, стараемся получше восстановиться и в следующей игре уже показывать бой «Динамо». Физическая форма была, конечно, хуже, чем тогда, но все-таки, как вы думаете, везение или усердные тренировки? Не знаю, здесь можно что угодно говорить. Пусть кто что желает, слышит, тот для себя и выберет. Как самочувствие? Плохо. Можете что-то сделать? Нет, колено болит, хрустнуло что-то. В понедельник буду делать МРТ, но думаю, что в ближайшие, не знаю даже сколько времени, не буду говорить. Не могу сыграть долго. Поздравляю. Спасибо за игру.